С жалобами на укусы клещей уже обратились больше 40 жителей Бурятии. Об этом сообщил главный санитарный врач республики Сергей Ханхареев. Он порекомендовал воздержаться от походов в лес, а также дал несколько советов, если вы все-таки собрались на природу. Важно надевать одежду, которая предотвратит заползание и присасывание клеща. Рубашка должна иметь длинные рукава, закрепленные резинкой у запястий. Брюки желательно заправить в носки и обувь. Голову и шею закрыть косынкой. Максимально обезопасить себя от клещевого энцефалита поможет вакцинация. Сделать ее можно в поликлинике по месту жительства после консультации с врачом. Сейчас прививка от страшного заболевания есть более чем у 51 тысячи человек.